нас сьогодні завітала директор кіношколи Олена Шагай, з нею чарівні помічниці Марія та Дар'я. Вітаємо вас, дівчата. Доброе утро. Всім доброе утро. Приятне утро. Доброе утро. Доброе, бодре. Дівчаточка, ми тільки що анонсували, що ваша кіношкола підготувала для нашої миколаївської малечі безкоштовний майстер-клас, у який вони дійсно можуть гарно провести час, вони можуть захопитися театральною справою. Як це буде відбуватися і хто буде лектором? Да, мы очень рады рассказать всем, что в нашей киношколе будет проходить мастер-класс. Дашенька, давай мы все вместе расскажем, потом посмотрим на наши фотографии. Наш самый замечательный, наш любимый кукольник Константин Гроссман будет проводить этот мастер-класс. Мы приглашаем не только деток, а также родителей, потому что, поверьте, это будет очень интересно. Мы лично знакомы с Константином, он настолько харизматичный, интересный, что будет не только деткам интересно послушать, но и взрослым тоже. Чи якась обмежена у вас кількість осіб буде, чи абсолютно усі бажаючі можуть записатися на цей майстер-клас і дійсно із користю провести час зі своїми дітлахами, переглянути, можливо, у дитини є талант до кіноіндустрії? Ну, конечно, мы хотим принять всех, ну, желательно предварительно записать хоть количество, кто там придет, потому что иногда детки с мамами, с бабушками, всем интересно. А почему мы это делаем? Ну, во-первых, мы хотим для того, детей привлечь, как бы отвлечь от интернета, от смартфонов и всех этих гаджетов, и хотим раскрывать у детей то, что оно есть, но оно как бы закрыто. Вот, ну, наверное, каждая мама уже детей постарше сталкивается с тем, что ребенок может там в соцсетях быть очень активным. Мы, как всегда, еще не проснулись. Так что, Дашенька, ты же пожелала всем бодрого утра. Давайте просыпаться все вместе. Вкусного, вкусного утра. Смачный ранок, це немаловажно. Да, работа очень серьезная, вас рано просыпаться. Так вот, мы хотим помочь нашим деткам быть в реальной жизни активными, какими-то открытыми, потому что как-то так жизнь показывает, что мы в социальных сетях, мы надеваем на себя какие-то маски, и мы, ну, мы все супергерои, и все там леди-принцессы. А вот в реальной жизни детки, ну, довольно скрыты еще. И мы понимаем, что 100% все артистами не будут. Ну, в принципе, это не всем и надо. Но хотелось бы, чтобы детки научили проявлять свои эмоции, чтобы детки смогли поговорить, рассказать. Дарья, я не могу понять, на нас погода влияет или авитаминоз? Мы еще не на мастер-классе, мы стараемся себя вести очень хорошо. Тож, Оленочка, я так зрозуміла, що не обов'язково, щоб у дитини був талант якийсь акторський, не обов'язково, щоб батьки хотіли зробити якогось актора, актрису, театрального діяча. Головне гасло саме цієї зустрічі і взагалі усіх майстер-класів – це розвиток дитини і заохочення до якоїсь справи. Різнообічної справи. Да, это правда, потому что кроме актерских занятий у нас очень много чего проводится для и того, чтобы... И творческое мастерство проводится. И по творчеству, да. Марія, а ось ми в тебе зараз запитаємо, які ж майстер-класи ти знаєш уже, чому ти навчилася? Я навчилася розписувати пряники. Ну, это то, что мы всех уже и даже учим. И мы проводим мастер-классы, мы помогаем деткам, которые маленькие. Мы многим детям помогаем, так все равно у нас очень много детей в мастер-классе, и мама всегда проводит мастер-класс, ля-ля в киношколе. У нас очень много работы имеется, так что нам надо печить и все пряники, раздавать. Диты про работе. Да, ну, как бы не в этом даже суть. Мы просто хотим занимать чем-то детей, потому что, мы понимаем, сейчас такой ритм, все стараются там как-то в работе, но мы должны помнить о том, что работа у нас будет всегда, а дети у нас маленькие не всегда. То есть понятно, что когда им будет 30, 40, 50, они все равно остаются для нас детьми, но вот этот сладенький возраст, он очень быстро заканчивается. И потому мы хотим помочь и родителям в этот момент. Привели, отдали, пришли, забрали. И ребенок уже позанимался, отвлекся. То есть мастер-классы у нас абсолютно разные. По творчеству проходят, по... Но, опять же, потом
вкусные эти мастер-классы стараемся приводить. По фотографии мы бачили, что вы навчаетесь и малювати, и писати, и співати, и іноземні мови ви вивчаєте. Абсолютно різновічні знання. А ось саме на цьому мастер-класі, коли він буде відбуватися, давай ще раз нагадаємо. 2 апреля в 16:00 ми приглашаємо всіх, і маленьких, і взрослих, всім, кому просто інтересно, тим більше будуть уже канікули, треба як-то дітей чим-то занять, тому що якщо ми їх не займаємо, от смотрите, вони самі себе займають, розумієте? А для того, щоб діти не займалися самі собою, для того, щоб дійсно у них було заняття по душі, я пропоную дійсно приєднатися до безкоштовного майстер-класу. Дякуємо, Олена, за те, що створюєш такі події для миколаївської малечі, що дійсно тебе турбує питання того, ким виростуть миколаївські дітлахи, які будуть у них здобутки, які будуть знання, і про те, щоб вони не сиділи без вилазно в інтернет-мережах, щоб дійсно розвивалися всебічно. Да, спасибо вам. И я хочу сказать, что в нашей школе, киношколе, постоянно проходит что-то интересное и новенькое. Мы стараемся, конечно, помогать и по возможности, чтобы это было доступно всем и бесплатно. Потому что, ну, время, все мы в этом времени, мы все это понимаем. И потому, когда у нас минимально идет затрат на что-то, то люди нам тоже идут навстречу и говорят, давайте просто соберем деток, что-то расскажем, что-то покажем. І трошки поактерничаємо, да? Дякую вам, дівчатка, за те, що сьогодні завітали, за те, що завжди піднімаєте настрій, за те, що ви такі веселі, цікаві, найкращі дітлахи, яких ми завжди запрошуємо до нашої студії. Я сподіваюся, що на майстер-класі буде аншлаг. Я особисто також прийду, хочу подивитися, чогось нового навчитися. Тож, друзі, завітали до майстер-класу.